Итак, мы продолжаем с вами. Четвертая лекция, часть 4 нашего курса, посвященного критическому мышлению. Итак, ошибки интуиции. Мы с вами видели, что интуиция в большинстве случаев помогает нам достаточно успешно справляться с той деятельностью, которая нам предстоит и которая нас окружает. Но тем не менее, часто, относительно часто, мы ошибаемся благодаря интуиции. Например, мы плохо оцениваем вероятности, особенно каких-то сложных явлений. Мы часто замечаем несуществующие корреляции, да, взаимосвязи которых нет. Про это мы поговорим, когда у нас будет урок по поводу иллюзорной корреляции. Мы также не замечаем информацию, которая противоречит нам, нашим убеждениям очень часто. О некоторых ошибках интуиции мы сейчас с вами поговорим более подробно. Итак, следующий пример. Предположим, что мы с вами играем в игру «Вы главный игрок». У меня есть монета несимметричная, которая выпадает решкой в 70% случаев. То есть решка выпадает чаще, чем орел. 70 и 30. Ваша цель, я начинаю кидать монету много-много раз, и ваша цель угадать как можно больше результатов бросков. Какой стратегией вы бы воспользовались? Подумайте, прежде чем нажмите на паузу и подумайте. Как показали эксперименты, очень часто, не всегда, но тем не менее, многие люди выбирают следующую стратегию. В 70 случаях я буду загадывать, в 70% случаев я буду загадывать, что выпадет решетка, а в 30, что выпадет орел. И в целом это должно максимизировать ожидаемую прибыль. Что вы скажете по поводу этой стратегии? Возможно, вы выбрали сразу правильный вариант. Этот ответ, он неверный. Если вы его примените, то вы угадаете то, что выпал орел, примерно 49% плюс 9, примерно 58% случаев. Есть более оптимальная стратегия, хотя может быть не самая интуитивная. И более оптимальная стратегия говорит следующую вещь. Надо всегда загадывать решетку. Если мы будем всегда говорить, выпала решетка, без всяких там процентов, то есть с вероятностью 1, то мы угадаем, что выпадет решетка в 70% случаев. А наша хитрая стратегия была права лишь в 58% случаев. Ну, это такой небольшой пример, который показывает, например, что интуиция, когда мы говорим о вероятности, мы можем не совсем интуитивно или прийти к неверным выводам. Более сложный пример. Предположим, что некто Вася решил продать свою квартиру. И для этого он решил воспользоваться следующей стратегией. Он говорит, я не знаю, сколько продавать, я приглашу первого покупателя и спрошу, сколько ты мне дашь. Сколько человек это даст, я ему скажу, не надо, спасибо, прогоню его. А дальше начну принимать по одному покупателей. Каждый покупатель приходит по разу. Второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Как только кто-нибудь предложит больше, чем дал первый покупатель, именно больше, я сразу ее продам. Вот так решил Вася. Вот, например, вот пример. Давайте посмотрим. Предположим, что первый покупатель предложил Васе 10 миллионов. Хорошо, Вася его отправил домой. Приходит второй покупатель, предлагает 9. Вася говорит, не хочу. 9 меньше, чем 10, приходит, третий предлагает 8, Вася ему не продает, так как 8 меньше, чем 10. Приходит четвертый, говорит 11, и Вася сразу же ему продает, потому что 11 больше, чем 10. Вот такую стратегию для продажи квартиры избрал Вася. Как она кажется вам, логичной или нет? Но с точки зрения интуиции, большинство людей, многие люди отвечают, что да, это достаточно логичная стратегия. Но оказывается, она совершенно нелогичная. Можно показать, это уже мы попадаем в область математики, но тем не менее, можно показать, что если Вася воспользуется такой стратегией, то среднее время до продажи квартиры равно бесконечности. То есть возможно, что Вася квартиру таким образом вообще не продаст. Опять же, интуитивный этот ответ? Нет, совершенно не интуитивный. Но что поделает? Таков наш мир. Итак, интуиция и наука. Есть известная цитата «История науки – это история серии вызовов, брошенных нашей интуицией. Да? То есть ученые анализируют результаты опытов, свои наблюдения и в какой-то момент бросают вызов своей интуиции, предполагает гипотезу, которая противоречит интуиции и пытается ее проверить. Обратите внимание, не всегда наука это вызов интуиции, но очень часто так на самом деле бывает. Бросается вызов интуиции и проверяется гипотеза, верна она или не верна. Ошибки интуиции и пренебрежение критическим мышлением могут приводить к печальным последствиям. Особенно если, например, это ошибка в суде и ошибается судья. Да? Печальные последствия могут быть очень неприятными, вплоть до каких-то судебных издержек, наказаний и тюремных сроков.
Ошибки интуиции, например, у брокера или у какого-то финансового деятеля могут принести к большим финансовым потерям. Человек может проиграть на бирже деньги своих клиентов и так далее. Медицинские ошибки, если интуиция по хирурга его подведет, то это может стоить жизни пациента или его здоровья. Итак, ошибки интуиции могут приводить к разным неприятным, да, достаточно сильным потерям, вплоть до гибели людей для больших финансовых поддержек. Ну, как минимум, это может быть стоить трате времени или упущенной возможности. Неприятно. Ну, мы подходим к вами в заключительной части нашего урока. Вопросы. Итак, как вы думаете, интуиция – это магическое знание, естественное знание предков, передающееся нам с молоком матери, или быстрое знание без размышления? Что, по вашему мнению, наиболее точно отражает суть интуиции? Правильный ответ – это 3. Быстрое знание без размышления. Следующий вопрос. Интуиция всегда лучше, чем точный расчет. Как вы думаете, да или нет? Правильный ответ – нет. В каких-то ситуациях лучше интуиция, а в каких-то ситуациях лучше точный расчет. Мы с вами видели два типа мышления. Каждый выигрывает в зависимости от ситуации. Следующий вопрос. Слепое зрение – это невозможное явление, способность слепых видеть с помощью слуха, то есть ушами, способность некоторых слепых людей неосознанно замечать и видеть некоторые вещи, например, горизонтальные и вертикальные линии. Правильный ответ 3 – это способность замечать слепых людей замечать неосознанно некоторые вещи. Следующий вопрос. Интуиция – это полностью изученное учеными явление. Как вы думаете, правильно или нет? Нет, к сожалению, очень мало каких-то явлений, таких загадочных, которые полностью изучены, интуиция к ним не относится. Известно достаточно много, множество исследований проводится сегодня, но еще очень много загадок до конца интуиции не изучены, но, скорее всего, еще долго ее будем изучать. Следующий вопрос. При латеральном избегании, lateral neglect, человек не ест с левой стороны тарелки, так как его левый глаз не видит, его правый глаз не видит, из-за нарушений в правой теменной доле мозга, по причине поражения хвостатого тела мозга, хвостатого ядра. Как вы думаете, какой правильный ответ? Правильный ответ 3. Из-за нарушений в правой височной доле мозга. Книги. Эти две книги мы сегодня уже вспоминали, и я еще раз повторю. Оливер Сакс, известный невропатолог, сейчас он жив, он пишет, написал много книг, его кто-то охарактеризовал как романтического невропатолога. Его работа для него, это помимо прочего, это поток. Он ходит своим пациентам домой, разговаривает с ними, навещает их после того, как они закончили у него лечиться, и потом пишет истории, пишет книги про своих пациентов. Замечательный автор, замечательный врач. Сейчас на русский переведено множество его книг. Одна из которых «Человек, который принял жену за шляпу». Там есть история про просопагнозию. Возможно, кажется, но я не помню, есть история про латеральное избегание в этой книге, а может быть в другой. Я рекомендую все книги на русском, что я его читал, мне очень понравились. Научно-популярные книги от хорошего врача-невропатолога, романтического невропатолога. Вторая книжка Александр Романович Лурия, тоже известный врач. Это маленький рассказ о большой памяти. Небольшой рассказик о памяти, о ее пределах, о ее способностях. Прочитайте, не пожалеете. Несколько мифов психологии, короткой строкой. К дождю у больных артритом чаще болят суставы. Проверить или опровергнуть этот миф достаточно просто. Надо провести статистические, просто замерить, у кого болит, у кого не болит, посчитать пропорцию, когда был дождь, когда не было. Итак, это миф. Дождь с болью в суставах не связан. Эффект 25-го кадра. Большинство из вас, наверное, уже знают о том, что там можно передать какую-то информацию, заставлять людей покупать кока-колу и так далее. Этот эффект достаточно незначим. И в расчет его особо принимать не стоит. Это миф. Следующий миф достаточно интересный. Благодаря фильмам многие из нас полагают, что электрошоковая терапия – это достаточно болезненная и опасная процедура. Ой, боже мой, не дай бог. На самом деле это не так. Когда эту процедуру делают врачи и с нужными, необходимыми лекарствами, анестезиями, во-первых, эта процедура совершенно безболезненна, риск ее очень минимальный. И кроме этого, в ряде случаев электрошоковая терапия может быть единственным лекарством, которое может помочь, например, человеку с очень острой формой депрессии. Если у нас есть человек с очень острой депрессией, вплоть до риска самоубийства, да,
то если начать давать ему лекарства, лекарства в среднем могут помочь через 2 недели. Но мы не можем рисковать эти 2 недели. Может быть, он совершит самоубийство, суицид. Так вот, очень часто, в ряде случаев, назначают электрошоковую терапию. Она практически уже через несколько часов, на следующий день, очень сильно снижает риск суицида. Учитывая, что эта терапия безболезненная и практически не опасная, ей часто пользуются. Но, опять же, мифы говорят нам, что это очень опасно, ой, не дай бог. Итак, присылайте ваши пожелания на мой e-mail. Полезные ресурсы. Словарь скептика есть и на английском, и на русском. Группа словаря скептика ВКонтакте содержит много полезной информации, связанной с мифами, скептическим движением и так далее. Зайдите, почитайте, не пожалеете. По-моему, у них даже есть свой сайт. Вот здесь есть адреса Skeptic Dictionary. Найдете много интересного. Хочу поблагодарить вас, уважаемые зрители, за то, что вместе со мной дошли до конца 4-й лекции. Успехов вам в изучении. Надеюсь, вы не разочаруетесь. Хочу поблагодарить проект Психомпас РФ, словарь скептика и также общество скептиков. Хочу поблагодарить всех тех людей, которые так или иначе помогли мне в создании этого курса лекций и занятий критическим мышлением и скептицизмом. Хочу вам напомнить, что вместе с сегодняшней 4-й лекцией выходит видео, которое содержит лабораторное практическое занятие. На нем мы вместе возьмем одно сообщение известного блогера и вместе его проанализируем. До встречи на этом практическом занятии и до встречи потом уже на 5-й лекции. Всего хорошего, до свидания.